22 сентября многие страны мира присоединились к интересной акции «День без автомобиля». Главная цель подобного дня – улучшить экологическое состояние своего края, а соответственно принести пользу своему здоровью. Однако, судя по утренним пробкам в городе, многие автомобилисты не знают об этой акции или просто не готовы отказаться от своего транспорта даже на день. Знаем, знаем. Знаете? Конечно. А скажите, а почему вы не решились поддержать акцию? Неудобно. Неудобно? Конечно, неудобно. Мне не сложно. А это важно, как вы считаете? Ну да, для окружающей среды, думаю, да. Раз день назначили, почему бы не поучаствовать? Только трудно детей доставлять в школу из школы. 5 километров у меня каждое утро гуляние. Я бы вместо машин как раз бы зашел пешком. Отлично, спасибо огромное. В отличие от многих ульяновцев, председатель правительства Александр Смекалин с удовольствием поддержал данную инициативу. И сегодня до работы он добирался пешком. Как утверждает сам Александр Александрович, такие дни нужно проводить чаще, чем один раз в год. Автомобиль делает нашу жизнь легче, ускоряет ход этой жизни, дает возможность комфортно передвигаться в пространстве, но при этом отказ от движения, отказ от ходьбы, безусловно, сказывается не лучшим образом на нашем здоровье. И порой полезно встать, пройтись, если есть немного времени, проснуться пораньше, для того, чтобы дойти до работы. Я делаю это периодически. На самом деле это и дает определенную зарядку энергии, дает возможность привести мысли в порядок. Так каждый водитель может оставить свой автомобиль, пройтись пешком или пересесть на общественный транспорт. Ведь в течение всего дня городские трамваи, троллейбусы и автобусы по ТП-1 осуществляют бесплатную перевозку пассажиров, но только тех, кто предоставляет свое водительское удостоверение. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.